Итак, друзья, всем привет, с вами снова я, Зазепа, и это World of Tanks Operation Undead. Игрушка представляет такую из себя фри-ту-плейную Tower Defense. Ну, так что я оставлю вам ссылку в описании, и сможете, в принципе, по ней пройти и поиграть в эту игру замечательную. А пока подстреливаем зомби. Первый пошел, приятель. Так, плюс 3. Угу. Так, теперь надо будет следующую вот эту улучшать. Штуковину. Улучшать, улучшать и улучшать. Отлично. Так, эти уже точно не пройдут. Ну, вот этих вот еще потрепать можно. Вернее, даже нужно. Так, быстрее с ракет накапливайся. Все, замечательно. Пошел дамаг. Дамаг, дамаг, дамаг. Походу, вот это еще скорострельней даже. Так, теперь у нас два бронированных приятеля. Опыт один. Так. Ой, блин, зачем я мухобойку поставил? Хотя... Ай, обидно. Обидно, обидно. Надо было не скорострельность поставить быстренько. Так, ну с этим справиться, в принципе, легко можно. Теперь главное сорокет накопить. Все. Вам не пройти. Никогда и ни за что. Так, приятели. Только давайте без глупостей. Так, так, так. Да куда ты отворачиваешь башню свою? Боже. Надеюсь, не сольем. Ну, опять ты одного пропустил. Ну зачем ты так делаешь? Может, нафиг эту турель снести? Давай, давай, ну опять одного упустил. Пошел разнос. Так, тебя надо улучшить еще. Угу. И сюда какую-нибудь замедлялку поставить. Например, этой. Так, греби получше. Вот
тут вообще такой адский бульдозер поставили бы. Сразу такой. И поскорее нужно ставить уже третьего уровня. Хотя нет, давайте бабаху лучше улучшим. Чтобы, знаете, так шайтан такая труба наверняка была. Вот так вот. Чтоб если идет какой хмырь. Отлично, отлично. Зомби умирают. Так, давай, 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 давай. Ай, слили, ну так хорошо шли. Ладно, в принципе, этот уровень я прошел. Тут просто, в конце концов, просто пару самолетов пролетали. Так, сохранить. Не хочу так играть. Часть вторая. Битва. Так, как бы вас посадить тут? Против жмуронов. Так. И вот сюда что-нибудь против жмуронов. Улучшать. Тебя улучшать. Ну, я думаю, хватит. Давайте, побежали. Так, нужно Т-54 ставить. Вот. Так вот. Сразу на две дороги. Улучшалку. Так, увеличим радиус земли покрытия. В принципе, вещь полезная. И весьма. Так, ну разнос идет. Уже что-нибудь против бронированных ставить уже. Начинать. Потиху. Йо, Калымане. Самолеты полетели. Так, ну, пролетел, ясно. Так, ну теперь точно не пролетит. Так, кроме этих надо еще об этом позаботиться. Так, еще два зомби прошли. Это не есть хорошо. Ёлки-палки. Ну давайте Мауса позовем. Хай их дает. О! Так вот. Ну, Маус вообще красавчик. Так, турельку до максимального уровня. Так, и здесь против жмуронов. Да, на Маус мы еще не сколько накопим. Ой, сейчас пойдут. Ой, сейчас жестоко будет.
Ну, зато вроде как отбились. Это уже тоже хорошо. Так, нужно чуть потолще поставить. Так. На эти вроде наши справляются. Ладно, один проскочит. Сказала, что они справляются. Конечно. Справляются они. Поражение. Ладно, ребята, вот такая вот игра. В принципе, прикольная. Так что проходите по ссылке. Скачивайте, играйте. Ну, в смысле, как скачивайте. Просто играйте. Ладно, с вами был Зазепа. Всего хорошего, удачи и пока.